Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет очередная распаковочка по ссылке сайта моего любимого iHerb. Присоединяйтесь к просмотру, это будет распаковка на траве, видите, полностью запечатана. Сейчас буду вместе с вами впервые открывать и посмотрим, какие же новинки интересные я заказала. А также не забывайте подписываться на мой инстаграм, и скоро у меня будет страничка посвящена косметике, а также заказам сайта iHerb. Поэтому жду вас также в инстаграме. Надеюсь, ничего не разлилось, никаких сюрпризов не будет. Вот такую вот бумажку положили. Ой, как все красиво и классно. Такие интересные новинки. Сейчас будем доставать. Все такое яркое, красочное, уже прям не терпится. Достаем. Первое, что на меня здесь смотрит, это витамины Kids Smart. Это Fish Oil омега-3, то есть омега-3 для детей, рыбий жир, 30 вот таких вот рыбок. Значит, чем примечательны эти витамины? Что производитель указывал, что здесь что-то там 8 раз, да? Да, 8 раз больше рыбьего жира, чем в обычных вот этих вот, видите, мишках. То есть одна рыбка, в ней 8 раз больше, чем в обычных желейках. Поэтому здесь большая концентрация. Вот, смотрите, сколько здесь. Fish oil 500 миллиграмм. Вот так вот они выглядят. И они в картонной упаковочке. Тут запечатано. Пока не будем открывать, но я, возможно, в конце открою, покажу, какого размера эти рыбки. Они должны быть большого размера. Далее, что я заказала? Это для себя. Впервые я уже давно-давно хотела хлорофилл. Это жидкий хлорофилл. Написано без вкуса, да? Или как, не ароматизированный имеется в виду. Фил. Что такое хлорофилл? Это то, что содержится в зеленых вот растениях, листиках, да? Это очень полезная вещь, как пишут. Еще ни разу не пробовала, буду пробовать. Я взяла для повышения гемоглобина, то есть он очень хорошо для крови. У кого анемия, гемоглобин низкий, у меня по жизни он как бы низкий. И вообще он очень, в принципе, будет полезен. Почитайте подробнее на сайте, какими свойствами он обладает. Посмотрим, как он пойдет, не пойдет. Вот хочу попробовать попить сейчас летом вот такой вот препарат. Следующее, это я заказала патчи. Вот такие вот. Idol Love. Я их открывать не буду пока. Может быть, одну упаковочку открою. Gold гидрогелевые патчи 60 штук. Я это буду выставлять на своей странице. На продажу эти патчи. По-моему, это, если не ошибаюсь, новинка. Они были не так давно представлены на сайте. 3 месяца после открытия, конечно же, я вскрывать не буду, разве что только, я же говорю, картонную упаковочку и покажу вам. Вот так вот они выглядят. Гидрогелевые патчи. Дальше, что у нас здесь есть? Заказала 2 вот такие вот также для странички детские зубные пасты. Now Foods, вернее, Now Solution. Здесь 85 грамм, большая довольно такая туба. Это натуральные зубные пасты с очень хорошим составом, без вредных добавок, без СЛС, фтора, что немаловажно, и натуральные вкусовые здесь добавки. Клубники входят, то есть для деток это самое то. Сделано в USA, видите, Америка. Для детей от 2 лет и старше. Когда-то давно-давно я покупала такую пасту. Очень хорошие, неплохие. Здесь, значит, 25% ксилитол, глицерин, сорбитол, вода, натуральный вкус клубники, в общем, и так далее. Почитайте на сайте. Довольно большие упаковочки. Я даже думала, что будут меньше. Мне казалось, что раньше они были по 50 миллилитров, а сейчас 85. Такая приличная, хорошая упаковка.
Следующее, что я заказала для странички, также Instagram. Заходите, будете смотреть. Это очень-очень классные тонеры с гамомелисом. Тонер 237 миллилитров. Вот такая вот бутылка. Очень красивая, интересная. Значит, здесь у нас все на английском. В общем, здесь очень хороший состав. Они идут без, естественно, спирта. На фильтрованной воде. Здесь алоэ, гамомелис. В общем, витамины, провитамины, календула, зеленый чай, ромашка. В общем, экстракт ананаса. Очень хороший натуральный состав. Тонер когда-то у меня был давно. Мне нравился. То есть он, конечно, вау-эффект от какого-то не будет, но в то же время вы понимаете, что вы пользуетесь не химией, и он приятно освежает. Это и есть основная функция тонера. Обязательно он должен быть без алкоголя. Очень приятные, хорошие эти тонеры. Поэтому, кто заинтересовался, заходите на страничку. Я там поставлю подробное описание и цену. Далее я заказала вот такой вот пакет органические семена чиа. Вот, я их никогда так еще не пробовала вот в самостоятельном виде, только где-то в каких-то, да, десертах, йогуртах и так далее. И хочу пробовать уже их употреблять как бы более, да. Можно их также в свой йогурт заливать или заливать кисломолочкой, или вот в кашу добавлять каким-то образом. В общем, это органический продукт. Здесь большая такая довольно упаковка. Сколько здесь? 340 грамм, я думала, даже больше. Видите, это натуральный здесь идет протеин, омега-3. Поэтому и клетчатка. Попробуем, расскажу вам, в какие десерты. Здесь даже, видите, указан уже рецепт десертов, в который можно добавлять так, эти семена. Так что вот так, мама чиа, вот такой вот органический пакетик. Следующее, это упаковка с тоже хит продаж iHerb. Это вот такие леденцы органические. Я взяла с витамином С. Они есть разные. Без витамина С, с витамином С. Попробовать с витамином С 40 леденцов. Вот такие вот они, как чупа-чупсы, да, на палочке. Они очень вкусные, сладенькие. И, что интересно, здесь очень хороший состав. Хотя здесь есть сахар, по-моему, да, но он идет, насколько я знаю, тростниковый. Витамин D, витамин С. А, нет, здесь нету, здесь только витамин С. Витамин С 150%. То есть это витаминизированные такие леденцы. Вот здесь указано, какие вкусы есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь различных вкусов. Для детей. Такую большую упаковку взяла. И взяла маленькую. Organic Pops. Это обычные. Без витамина С. С вкусом клубники, 14 штук. Есть разные упаковочки. Также выставлю на сайте. Очень хорошие. Мы уже брали их не один раз. Ничем не отличишь от обычных конфет. И понимаешь, что лучше уже давать детям такие, чем наши непонятно каким составом и непонятно с чего сделаны. Следующее, что я взяла, это альфа-липоевая кислота. Мы брали ее от головных болей, от мигрени. Она также нормализирует глюкозу в крови. Почитайте на сайте, можете ввести у нее, почитать ее применение более детально, потому что я не врач и как бы советовать не буду, но мы взяли попробовать от головных болей, потому что по сайту iHerb о мигрени самое первое стоит, что помогает, это именно альфа-липоевая кислота. Поэтому вот с таким намерением ее и брали. Далее я взяла вот такие вот два кармикса с черешней. Кармикс, вообще обожаю эти бальзамы, но мне кажется, что это просто супер, тем более за их, я считаю, очень бюджетную цену такое качество получить. И ну, просто супер. Качество американское, плюс тут SPF 15, санскрин, что очень важно для лета. Поэтому эти бальзамчики еще защищают наши губы, по-моему, 80, да, 80 минут еще даже не смывается водой этот санскрин. Если вы купаетесь, можно наносить. Вот, у меня есть такой же клубничный, я им очень-очень довольна, он такой приятный,
в одно время липкий, но в то же время очень-очень приятно, приятное ощущение на губах. Я его очень люблю. Я думаю, Карбекс тоже многие знают. И заходите, кого интересует, на страничку. И последняя покупка. Да, точно проверила, что последняя. Я уже распечатала, она была в пузырчатой пленочке, потому что это стекло. Я взяла натуральную гималайскую соль. Попробовать она вот такого розового цвета. Вот она какая красивая красавица. Попробовать. А здесь, я так понимаю, как ее нужно молоть, не нужно. Потому что нашим я не доверяю. У нас есть даже ВТБ за 10 гривен. Гималайская соль. Понятное дело, что это не настоящая, что не может быть. Я знаю, что настоящая и стоит, в принципе, немало. Не может стоить так дешево, да, как обычная соль. Написано, что упаковано в Италии без ГМО, вот такая вот соль употреблять в пищу. Это самая полезная, считается, соль в мире, насколько я знаю, самая-самая из всех, которые могут быть. Все, друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь еще раз на мою страничку в Инстаграме, а также на торговую страничку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что кого интересует. А также напишу мой код SAIHERB. Кто хочет получить 5% скидку, вводите ее, и вы также получите бонусы в виде 5% за каждый ваш заказ. С вами была Катринка. Пока-пока!